этом видео я буду соревноваться со своим другом в битве построек. У нас будет нереальный челлендж — построить любые интересные фигуры из игры FNAF. Конечно, мой друг будет стараться, чтобы меня выиграть, но есть одно но. Я буду использовать читы. Я буду использовать самые нелегальные, запрещенные и невозможные читы, чтобы выиграть его. Это будет интересно, погнали. Так, а я что-то не понял, а друг-то мой где? Тут FNAF уже готов. Я уже заряжен делать офигительные постройки. Вот моя арена даже готова. Алёня-то где? Оу, май. Не понял, это что такое? Ну-ка, это что ты там делаешь, Лёня? Это что ты? Ты что тут, ты что смотришь? Это мерзость. Лёня был убит Владусом. Нет, ну не ломай. Ты зараза такая, Лёня, иди на свою арену и строй постройки. Ты знаешь, что нужно делать, а мы с вами побежали на нашу арену. Не понял? Ты давай шурую отсюда, быстро, давай цигель отсюда. А я выключаюсь в Дискорде. Все. Угу, вот так вот, другое дело. Ну что ж, чуваки, для начала мы с вами включим геймод 1. Ты и я, мы с тобой, друзья. Так, не понял. Ну-ка, я знаю, что нужно взять. Меч! Вот так вот, другое дело. Давай, шуруй отсюда. Хорошо, что он меня уже не слышит в Дискорде. И, чуваки, мы для начала сделаем самую легкую... Леонид Андреевич разбился насмерть. Ну, допустим так. Самую легкую постройку из этого блока, но... Вы что, серьезно подумали, что я ее буду строить вручную? Я же здесь буду использовать читы, поэтому смотрим, не наблюдает ли за мной Леня. Вроде это не происходит, и мы просто делаем вот так. Пожалуйста, вот этот блок. Только постройка теперь целая. Просто я ее сделал за одну секунду. А что, так можно было, что ли? Вы посмотрите, я думаю, вы поняли, что это за персонаж из игры FNAF. Если это так, то напишите в комментариях, как его зовут. Давайте мы его сфотографируем на всякий случай. И давайте сейчас сделаем другую постройку за одну секунду. Также, ну все, готовы? Давайте за ваш лайк я поставлю эту постройку просто очень-очень быстро. Раз, два. Вы лайк точно поставили? Три. Вы посмотрите, как это круто выглядит. Просто две малюсечкие постройки. И давайте Лёне напишем, что я все. Да, я готов, я построил. О, что? Ну да, Лёня, я все. Мы его сейчас шокируем, потому что действительно мои постройки готовы. Дождемся его. Ладно, давайте мы вот что сделаем. Мы сейчас возьмем самые нужные предметы. Потом я возьму зельку невидимки. И сейчас я хочу за ним немножечко подсмотреть. Мне просто капец интересно, что он там строит. Ну-ка. Ух ты! Он делает подарок! Тот самый подарок из FNAF, из которого вылазит монстр! Это круто! Но давайте так, чтобы... Вон он, смотрите, он прям переделывает эту постройку! Очень круто у него получается! И давайте так, когда Леня будет смотреть мои постройки, вы скажите, что он выиграл в любом случае. Я-то считерил, а он старается, тут строит своими руками. Надеюсь на вас, ребята, на ваше понимание, что вы напишите в комментариях, что Леня выиграл. А то мы над ним смеемся, троллим его! Но хотя бы в комментах, пускай он читает про себя хорошие отзывы. Давайте здесь поставим камеру, мы ее с вами запрограммируем, и теперь я могу следить за Леней с любой точки мира. Понимаете, а? Вот это логично. Вот это технологии. Вот так вот, все, валим вот сюда. Мы сейчас возьмем молоко, ну и, конечно же, его выпьем, чтобы у меня не было невидимки. Все, и давайте теперь вот отсюда мы посмотрим за Леней. Капец, у него очень похоже получается. Это очень-очень круто. Но давайте дождемся, пока он построит ее полностью. Владус, тебя долго ждать? Да нифига себе, Леня. Так, включаемся в Дискорде. Слышь, Лень, нифига себе долго ждать. То есть я тебя ждал 10 минут. По моим невидимым часам можно понять, что я ждал 10 минут. А чё в руках? А чё это такое? А, ничего. У меня тут это... Картинка, фотография. Я свою постройку сфоткал. На, серьезно, ты не верил. А чё такого? Ну, сфоткал, Лень. Ладно, го, давай, пойдем, посмотрим на твою... Извини, нифига себе, крутая постройка. Вот это да, Лёня. Чё ржёшь? Да ничего я не ржу, Лёнь. Я просто офигеваю от твоей красоты. Это ж ты... У меня слов нет, Лёня, одни эмоции. Вот эта постройка, вот это я понимаю. Слушай, где-то я видел эту куклу. Ты прям сделал самую похожую постройку в мире. Лёнь, ты прочитай потом комментарии под роликом. Все пишут, что ты выиграл. Реально тебе говорю. Ок, как ролик называться будет? Там что-то типа, ну, играю в постройки в Майнкрафте, вот так вот будет, да. Реально? Будут комменты, что я выиграл? Конечно, Лёнь, твоя постройка лучше, чем моя в 10 тысяч раз. Ты посмотри, какие глаза, какие щеки, вообще прям круто. Да, я знаю, да, я крутой.
Ты чё, блин, это уже лишнее. Все, пойдем посмотрим на мою постройку. Сейчас ты убедишься, что ты реально выиграл. У меня постройка так себе. Единственное преимущество моих построек это то, что я их сделал за одну минуту. Ой, в смысле, за одну секунду. Чё ты удивляешься, Лёнь? Это же обычные постройки, вообще, самые изичные. Какие они классные! Да, Лёнь, слушай, на самом деле, ты правильно заметил, что у меня есть что-то в руке. Смотри, Лёнь, Лёнь, Лёнь. Это игрушка, с которой я срисовывал эту постройку. Но я тебе ее не могу скинуть. Похоже, похоже. А поч направляешь сюда и все выделяется. А, ну, как тебе сказать, Лень? А неважно, не трогай. Еще иди на свою арену, ничего не спрашивай больше. Давай, шуруй. Извини, а я выключаюсь. Блин, он меня чуть не спалил, чуваки, еще бы немножко. Они просто, знаете, как их убирать? Вот так вот и вот так вот. Все, стопы, Владус. Ой. Включусь-ка, пожалуй. Что такое, Лень? Что такое? Секунду назад они были тут! Ты что, сетнул? А, да, конечно, я топориком вот так вот выделил. А потом команду вот так вот прописал сет 0 и удалил их. Предлагаю тебе, знаешь что? Что? ФНАФ плюс дирижабль. Го! Чего? Какой дирижабль? Дурак, что ли? Иди отсюда. Ну, пожалуйста. Окей, окей, окей. Какой нафиг дирижабль? Я выключаюсь. И, чуваки, на самом деле мне сейчас нужен нифига не ФНАФ. Дайте мне секундочку. Секундочку плюс минуточку. Я должен сейчас кое-что построить. Очень-очень важное. Мы должны перемешать вот эти вот блоки. Сейчас, секунду, ребята. Мы вот так вот на рандоме строим вот так вот постройку. Я думаю, многие уже понимают по цветам, что это может быть за постройка. Но пока не могу точно вам рассказать, чуваки. Это будет просто моя самая нереальная постройка вообще в мире, которую вы когда-либо видели. Нам главное поставить сейчас силуэт максимально похожий. А я считаю, что он максимально похожий. Дальше мы возьмем какой-нибудь стол. Например, вот этот стеклянный столик обычный. Потом я возьму ноутбук и мне нужно будет сейчас кое-что запрограммировать. Дайте мне пару секунд. Ну, вы, пожалуйста, не подсматривайте. Так, еще немножко. Ага, практически допечатал. Готово. Вау, вау, вау. Вы просто на это посмотрите. Да, я знаю, нам нужно делать постройки из ФНАФа, но я решил сделать вот это. Но на самом деле я это сделал для того, чтобы все-таки построить свою постройку. Сейчас смотрите, я должен переодеться в этот костюм. Че смотрите? Не подглядывайте, я же переодеваться буду. А, еще немножко. Ой, да, не налажу. А, все, все. Офигенно. Чуваки, я стал железным человеком. Я даже могу вот так вот стрелять. Вы понимаете, насколько это круто? Вообще, я даже, естественно, летать могу, как железный человек. А еще у меня есть все функции этого железного человека. Да, это жестко. И знаете, что я сейчас сделаю? Мы с вами должны приземлиться на свою арену и кое-кого активирую. Джарвис? Доброе утро. Привет, привет. Слушай, построй-ка мне, пожалуйста, что-нибудь из ФНАФа. Начинаю автоматическую сборку. Не может быть. Не может быть, автопостройка поехала, чуваки, смотрите. Просто по блоку точненько строится. Я так понимаю, это сейчас делается нога. Офигеть, как это круто. Джарвис? Спасибо. Я просто хотел поблагодарить его. Ну не, ну вы посмотрите, как он четенько строит. Вот это я понимаю, костюм был сделан полностью не зря. А еще и можно летать вот так вот, пока оно все строится. Представляете, что будет потом, когда оно полностью достроится? Я вот даже не знаю, что будет в конце этой постройки. Но я предлагаю вместе с вами дождаться. Вы просто на это поглядите. Смотрите, насколько большой она ее делает. Я не знаю, это Джарвис чокнутый, потому что это постройка будет просто невероятная. Вы можете сейчас в комментариях попытаться угадать, что это будет за постройка. Во-во-во, смотрите, она даже здесь продолжает строиться. То есть, вот, смотрите, я вообще ничего не делаю, я не трогаю клавиатуру, мышку. Она сама все строит. Просто вау, вы прикиньте. Леня вообще офигеет от размеров этой постройки, при том, что я ни одного блока не поставил в эту постройку, понимаете? Вообще ничего как бы не сделал. А она все сама строится и строится. Пишите в комментариях, если вы угадали, что это будет за аниматроник. Давайте прямо сейчас попытайтесь догадаться, а мы ждем, пока она построится полностью. Остается буквально чуточку, но я здесь сижу уже минут 10, потому что она строится очень долго и... Та-ра-ра-ра-ра-дамс! Это
Фокси! Я думаю, что многие из вас сразу догадались, что это будет за аниматроник, но получилось просто невероятно круто, я даже не знаю. Владус, я отходил в магазин. Ты тут? Капец, какой магазин? Пока Леня в магазин отходил, у меня сделалась вот такая постройка. Вы прикиньте, насколько она шикарная, насколько она большая. Я не могу на нее смотреть. Она очень классная. Давайте мы дождемся сейчас Леню. Я думаю, что он уже все достроит. Я ему напишу в чат, что я все доделал, но есть одна проблема. Эту постройку видно издалека. А, стоп, мне же нужно костюм железного человека снять прямо срочно. Так, сейчас я это сделаю, не подглядывайте. Да блин, труселя жмут. Все, готово, все. Все нормально. Я все. Наконец-то, Леня, ты закончил постройку. Стоять, ты куда побежал? Стой. Че ты там увидел у меня? Ну, что? Не, ничего, Лень. Я ничего не вижу. Как не видишь? Прорисовка двачанка. Как двачанка, Лень? Серьезно, ты не видишь вот это? А что там? Не, ничего. Пойдем посмотрим, что у тебя. Ты сказал, что у тебя какой-то дирижабль будет. Стоп, не понял. Стопы, вход лайк. Так лайк-то уже давно поставили, Лень, ты чё? Нифига себе, какой нафиг дирижабль? И это, только в ГМ-0. Ты чё мне геймот отключил? Почему? Я же подлететь не смогу тогда. Ладно, я тогда вот так вот полечу, понял, Леня? Дирижабль прям очень классный. А почему именно дирижабль? И стоять. Как ты поставил вот того аниматроника, а, Ленечка? Дирижабль? Ага. Дирижабль? Из каких ты блоков там сделал аниматроника, Ленечка? Скажи-ка мне, пожалуйста, а? А, это я вырезал вот с помощью вот этого, ну вот шерсть вырезал. А почему она такая светлая, если это шерсть? Лень, что-то ты меня обманываешь. Если вот этот круг ты мог вырезать, да, овал целый, то аниматроника вряд ли. Не обманываю я, чел. Лень, но я ставлю в любом случае твоей постройке 9 из 10 баллов, потому что она очень классная. Ок, но не такая классная, как у меня. Ты просто сейчас офигеешь, что у меня там приготовлено. Я твою вообще не буду смотреть. Мою придется посмотреть. Мою будет видно изо всех уголков планеты. Вот потому что каких она размеров. Сейчас он офигеет. Давай. Ну чё? Ну как тебе, Лень? Да ты чё грохнулся-то, Лень? Настолько, что ли, она шикарная? Ну да, так-то да, настолько шикарные. Я даже, если честно, совсем не понимаю, кто это. Я взлечу? Конечно, взлетай, Леня. Подлети на самый верх этой постройки, чтобы понять, кто это. Это Фокси, Леня. Офигеть. Это Чика. Да какая Чика, Лень, ты дурак, что ли? Это же Фокси. Напишите в комментариях, что это Фокси, чуваки. В комментах под прошлым роликом писали, что Чика. Да нет же, Лень, там был Фредди, а не Чика. А здесь Фокси, а не Чика. Короче, Лень, ты дурак, ты не знаешь аниматроников. Давайте, ребята, напишите в комменты. Если там внутри нет дома, то ты проиграл. Да там нет внутри дома, ты дурак, что ли? Лёнь, какой тебе еще дом? У меня и так огромная постройка. Понятно. Иди давай на свою арену. Что строим? Ты знаешь, что строим. Иди давай, я тебе сказал, быстро. Лёня. Топор. Все, знаю. Вот так вот, другое дело. На самом деле, строить я ничего не собираюсь. Вы же меня знаете. Владус, в смысле не собираешься? Лень, так я не собираюсь, потому что я уже практически построила. Всего хватит подслушивать. Все, я выключился с Дискорда. Чуваки, я забыл выключиться. А, все, окей тогда. Капец, я чуть не спалился. Я просто хотел сказать, что на самом деле я просто заготовил эту постройку заранее. И как бы вот она. Прикиньте, если бы я сейчас спалился перед Леней. Нам нужно ее немножечко починить, и вы сейчас увидите, что это за постройка. Она очень крутая, вам она точно понравится. Давайте мы вот так вот ее немножечко залатаем. Смотрите, чтобы не было никаких пробелов. Ну что, готовы ее увидеть? Это пиццерия Фредди. Только есть одно но. Во-первых, это Фредди из прошлого ролика про постройки. Это я строил, чуваки, так что здесь читов практически-то и нету. И тут есть небольшой кусочек пиццы, который мы сейчас расположим вот таким вот образом. Прикиньте, какая у меня пиццерия классная. Давайте вот так вот, чтобы поровнее было. Прямо над входом просто огонь. Но, чуваки, это еще не все. Давайте мы залетим в эту пиццерию. Конечно же, снесем вот эту дверь, мы снесем вот это все дело. Мы ее сейчас немножечко пофиксим, так как это настоящая пиццерия, мы сделаем из нее действительно настоящую пиццерию. В принципе, логично. Нам понадобится для этого снести вот этот странный холодильник и поставить настоящий. Сюда поставить стол, потому что здесь будет сидеть продавец, кассир или кто угодно, который будет открывать вот эту железную дверь. Только зачем она будет открываться, непонятно. Тут мы тоже уберем все вот это дело и поставим нормальные стулья, чуваки. Это будет шикарно. 24. Чей-то он там считает? С ума сошел, что ли? Это
этот Леня. Но ничего страшного, смотрите, мы поставим сюда Фреддика, самого настоящего из ФНАФа. А здесь мы поставим голову. Ну ладно, она слишком страшная, чтобы ее сюда ставить. Давайте мы лучше в холл поставим автоматы игровые, например, вот так и вот так. Как вам идея? По-моему, очень круто. Давайте мы сейчас дойдем до самого главного. Это где-то будет, я думаю, здесь. Тут у нас кухня. Здесь мы расположим пиццу. Чит он. Ой, что? Читы включают. Так, погодите-ка. Давайте-ка достанем тот самый монитор, который мне позволяет следить за Леней. И сейчас мы подсмотрим, что он там делает. Стоп, он же вроде читы включил. А что у него здесь? Это что такое вообще? Так, ладно. Смотрите, куда он летит. Он прямо к камере подлетел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не нравится мне. А, он камеру заделал, зараза такая. Все, я сваливаю с камеры, якобы это не я вообще поставил. Давайте вот этот монитор мы, пожалуй, выкинем. Все, больше он мне не нужен. Наступает ночь, и пиццерия Фредди закрывает свои двери. Владус Ку. Не понял. А где Леня? В смысле Ку? Он что, здесь что ли где-то? Зараза такая, пойдемте-ка выйдем отсюда, сейчас мы его будем пугать. Включаемся. Лень, ну что, ты там долго или недолго? А я уже запарился тебя ждать. Уже давным-давно все построил, но я даже подписчикам еще не все показал, что у меня там внутри. Я иду. Ага, я вижу, как ты идешь, Лень. Давай сначала посмотрим твою постройку. О, что это у тебя в руках? Кровь была только что. Нифига себе. Стоп. Ты что тут кровь добавляешь? Лень, это что такое? Ты что, построил пиццерию? Нет, гамбургерную. Ну да, похожим. Тут же гамбургер нарисован. Давай посмотрим, что у тебя внутри этой пиццерии. Тут есть сундук, ну и в принципе-то все, да, походу. Реально, Лень, она у тебя такая маленькая. Ты офигеешь с моей пиццерии. У меня вообще она топовая. Ну тут я ставлю тебе 9 баллов из 10. Постройка хорошая, ты постарался, выбрал цвета. Что? Ты что, стырил идею? Нет, Лень, я хотел пиццерию построить. Я думал, ты построишь аниматроника. Ладно, давайте мы посмотрим, что там у нас. Самое главное, это то, что будет внутри пиццерии. Давай, Леонид Андреевич. Вот она! Нет! Стоять, Леня! Ты куда? Ты куда побежал, Лень? Ты чё? Ты чё так испугался? Тебе страшно, что ли? Стоп! Он чё, не настоящий? Да нет же, он не настоящий! Я ж тебе уже говорил об этом! Это ж моя постройка с прошлого ролика! Фух, я так и знал! Как тебе моя актерская игра? Никак, Леня, это была не актерская игра! Ты реально испугался, зараза такая! Пойдем посмотрим, что там у меня сделано! Ну тут, собственно, кусочек пиццы огромный! Офигеть! Пицца! Короче, что, не заходя внутрь, ты выиграл. Это! Закрой уши пальцами. Ну, закрыл. Ребята, я понимаю, что постройка у меня лучше, но вы напишите в комменты, что он выиграл. Все, пока. Лень, ты дурак, что ли? Я же видел чат, то, что ты писал. Ты вот реально дундук или чего, я не понимаю. Фак, забыл. Ты же меня озвучиваешь, Лень. Короче, пошли вовнутрь. Пиццерия Фредди закрыла свои двери ночью, но мы их откроем. Здесь у нас стоит Фреддик, очень-очень криповый. Чел, это преступление? Я не пойду. Пойдешь. Я пойду. Вот так вот, другое дело. Тут стоят игровые автоматы, и, в общем-то... Это куда пошел? Стой! Я тебе сказал, зараза шоколадная. Пойдем до самого главного. Тут, во-первых, есть холодильник, в котором должны храниться ингредиенты для пиццы. Но они там не хранятся. Поэтому пицца готовится на кухне. Вот здесь вот, уже 3 пиццы приготовили. Чувачок, ты что ел? Ничего не ел? Лень, и пойдем в самую страшную комнату. Просто готовься. Какой, блин, диван? А, да это забей, это я так случайно придумал. Леня, заходим. И мы сразу пугаемся скримера. Ладно, это не так страшно. Ну ладно, ему может и страшно. Пипец! Да, стой ты, блин, Лень, это все не по-настоящему, это же игрушки. Ну, я думаю, что я выиграл. Чувак, моя пиццерия оказалась лучше. А, ну да. Ну вот, я согласен. Ты выиграл. Да я знаю. Пишите в комментариях, ребята, что я выиграл в этом раунде уж точно. Подпишитесь на канал прямо сейчас. Кнопка подписаться вот здесь, нажмите на нее, чтобы это сделать прямо сейчас, чтобы не пропускать ни одного нового ролика. Посмотрите другие видяхи на канале. Увидимся в следующем ролике. Пока.